Господа, прошу вас поприветствовать аплодисментами генеральный директор Авиамаркет Михаил Юшков. Добрый вечер, друзья. Мне очень приятно, что с каждым годом компания растет и растет за счет тех людей, которые приходят в авиацию. Великолепнейшая компания, лидеры, наверное, в своем рынке, я так думаю. Авиамаркету я желаю, конечно, держать такую же планку высокую своего качества работы. Идея другосветки витала столько, сколько я себя осознаю в авиации. Мы сделали четко по графику. Не знаю, как все, я счастлив. Представьте, за столь маленький длительный период установить 5 мировых рекордов. Ты заслуживаешь искреннего уважения. Ты умеешь пилотировать вертолет. И в то же время ты был абсолютным лидером на рынке, на авиамаркете России. Мне досталась эта честь вручать знак отличия лидера Дмитрию Ракитскому, человеку, когда я начинал летать, я слышал о легенде Дмитрия Ракитского. Это было 10 лет назад. Спасибо тебе большое за то, что ты есть, у нас есть, у частных пилотов России. Большой теплотой отношусь к этой компании и, конечно же, буду параллельно идти по жизни с ней столько, сколько буду сам находиться в авиации.